Маму зовут Анна, она работает косметологом. Косметолог – это тот, кто делает людей красивых. У мамы зеленые глаза, она светленькая и маленького роста. По субботам, по выходным мы всегда готовим блинчики, я ей помогаю. Я мешаю, сбиваю, а потом мамы первые блинчики, а все остальные я пеку. Когда я вырасту, я буду красивая, как мама, с голубыми глазами.